самом деле эта песня, она по форме такая вот напоминает немножечко плач. Это девушка, на самом деле, песня девушки-сироты, которая обращается к душе матери. Вы знаете, то, что было вот у многих народов, этот обычай, когда мертвых как бы не закапывали, да, а вот отправляли на лодке в море. Так как жизнь финоугров издревле связана с морем, то и здесь читается тот же самый подтекст. Thank you.
Спасибо. Ольга Каневская.